Ну что, друзья, долой бочки. Пока-пока. Да здравствует куб. Все банально и просто, потому что соединение. Сейчас покажу. Вот эти вот соединения. Вот эти. Короче, все соединения, они меня просто достали. Потому что то там капелька, то там капелька. Но не получается того, что я хочу, чтобы не подходить к нему. Короче, взял вот куб с отрезанным верхом. Он из-под чего-то был, чем деревья обрабатывают. Вот. За 2,5 я его взял, привез. Вон малек плавает. А, малек. Вот, чем удобно. Вот эта труба. Она как раз под 50-ю трубу. У нее здесь есть переходник. Есть кран, которым регулировать давление. Вот, и все, она будет отсюда сливаться туда. Да, вот. Вот сюда будет сливаться. Сверху поставлю ящик, это один ящик, вот этот розовый свой. Сюда поставлю, чтобы здесь колготки были и немного от коврика и аэрация. И все, и полностью его, наверное, засыплю биозагрузкой, какая у меня есть. И не буду больше ничего выдумывать. Потому что вон растения принялись, очень хорошо растут. Вот так булькает. Вон там малек плавает вдоль берега. Все растет, все принялось. Вот, сейчас покажу. Интересно. Какой маленький перчик, да? И какой на нем перец. Ну, как бы так, это на всех. Вон тоже перец. То есть... Все растет на воде, все прекрасно. Клубничку по одной штучке каждый день едим. Для начала это неплохо. Вот, так что вот такие вот дела. Да, и все вот эти вот, всю аэрацию я кину сюда. Короче, все будет здесь булькать, а здесь будет просто вот стекать водичка без всяких прибамбас. Вот такие вот у меня перемены. Кто вот для разводни, конечно, берите с верхней крышкой. Она чуть подороже, зато можно его наполовину вот так разрезать. И у вас будет 2 емкости по 500 литров. Очень круто. Вот. Так что такие вот дела. А вот эти вот бочки, да? Кто помнит, у меня в передержке там ящик был, да? И вот одна бочка такая с, ну, смотри, с сеткой, с колготками. Идеально справлялась, все, была идеально чистая вода. Вот у меня будет 3 отсадника, то есть 3 таких ящика я сделаю. Вот, и вот для малька, там, для подрастающих, для передержки, для продажи, вот у меня будет они вот здесь сидеть. С биозагрузкой все как надо будет работать. Ну а для такого большого, соответственно, у меня будет вот этот куб работать. Вот, ну что, продолжу делать дальше. И позже вам выложу видео, как это уже будет все работать. Задавайте вопросы, обязательно подписывайтесь, делитесь с друзьями, комментируйте. Если будут вопросы, пишите, отвечу, обсудим. Если необходимо, запишу видео. А, кстати, про пленку, да, просили сделать. Но это я в следующем видео сделаю. Возьму, у меня кусок остался, я просто его в близком плане покажу, как он выглядит. Вот, так что такие вот дела. Всем пока. Увидимся в новых видео.